Это малая арена стадиона Петровский, находится в самом центре Питера. Как видим, стадион действительно небольшой, он вмещает всего около 3000 зрителей и является в ФНЛ одним из самых маленьких. Впрочем, это не мешает молодежке «Зенита» и «Петротресту» проводить здесь свои официальные матчи. Именно на этом стадионе «Уралу» предстоит завершить свой путь в первенстве ФНЛ. В следующем сезоне нашу команду ждут уже совсем другие арены. Ну, вот это вот снимает. Осталось два у него, снимай. Давай, снимай. Снимай. Блин, ты передал. Сколько? Первую, да. Три. Сколько? Не, один. Как один будет? Никого повернул. Папа. Да, подожди. Что, бля, в рыбу пасуешь? Что, не попал? Что ты делаешь? Два. Не, один. Никита, снимай его сейчас. Ковер три. Три. Три, ты чё? Два, ты чё? Какой он? Да ты скутал! А, давай! Давай, Антон! Нет, один давай. Пусть возьмет! Давай. Эй, Паркинсон, бери! Давай! Что, убегай! Нельзя, у меня два! У меня два, давай! А, давай! Петя! Котеныш! Пошли! Смотри, снимай, пошел! Оп! Давай, дрянь! Давай, голова! Не снимай, не снимай! Ты скажи, когда? Один. Сафа, сколько, Сафа? Не-не, я сейчас честно. Оп! Можно? Один, давай, сейчас. Три касания было. Давай, голова. Вот вынулся, они трогают. Мастер? Давай. Мастер, как не считается, да? Вилла. Рыжий. Конечно. Я. Конечно, Сафа. Эй! Я! Вилла. Там уже бардак. Никита, вот снимай, Никита. Уже бардак устроил. Никита. Два. Сними перчатки строго, блядь. Сколько у меня? Два. Никита, смотри сейчас, как парень из Сербии будет бургаться. Чё это? Как ты? Как ты? Два. Всё. Нормально. Мила не хотел. Один дай. Один дай. Что ты делаешь? Сафа. Да снимай. Школы нет, во Владик. Я не думал, когда он обижает. Ты знаешь, когда... Почему обижает? Вот сейчас ты сам дай меня. А когда он плавит? Все. Мила, ну, наверное, когда подъезжал к стадиону, наверное, какая-то такая ностальгия у тебя появилась. Вот признайся честно. Ну, честно... Ну, не то, что ностальгия, а просто приятно, очень приятно, когда приходишь и смотришь все, что где провел очень долгое время, поэтому только приятное ощущение. Всегда рад приезжать в Питер, тем более в Петровске. Угу. А вот что скажешь по предстоящей игре, в принципе, задачи Урала все решены. Как вот себя настроить на матч в такой ситуации турнирной? А такой, как обычно, мы просто, когда... в таком тонусе, и так ты уже не можешь по-другому провести, поэтому играем как бы ничего не было, просто последний тур надо достойно закончить чемпионат и все. Как протяжение этого всего сезона, так будем заканчивать. Команда отправилась в Санкт-Петербург в таком достаточно смешанном составе. Это может быть каким-то таким фактором, который не позволит нам показать какую-то классную игру, которую все привыкли видеть, или же нет? Нет, я думаю, что нет. У нас просто классная команда, и люди, когда выпадают, это не раз показывалось, что кто выходит вместо их достойного выходит. Поэтому, конечно, потери,
всегда хочется играть, но имею в виду, что те игроки, которые не приехали, конечно, потерят нас, но те, которые будут играть вместо них, это, я думаю, что достойно заменить и сыграют на такой же уровне, как и тех, которых нет. Ну и последний вопрос. Впечатление от газона. Он искусственный, и я слышал мнение, что не всем он по душе пришелся. Ну, честно, он получше сейчас, как был раньше. Он был вообще, сколько я помню, когда последний раз играл здесь в 2010-м. Был ужасно, сейчас более-менее, но все равно искусственный. Я противник, тем более, таких средних искусственных. Хороший искусственный, да, но это можно назвать средним искусственным, ниже среднего.